это Skoda Rapid 2015 года выпуска. Приобрел я ее, ну, можно сказать, недавно. Ну, по идее, краска тут должна быть родная. Значит, включаем наш прибор, выставляем миллидюймы. Ну, начинаем прикладывать. 2, 1. Вот посмотрим крышу. 2. Как я понимаю, 1-2 машина у нас, понятно, новая. 2. Смотрим крылья. Три. Ну, в принципе, возможны такие отклонения. Капот 2-3. То есть где-то слой краски больше, где-то меньше. Капот 3. Сейчас посмотрим в проеме. В проеме, по идее, должно быть чуть меньше. Ну вот один. То есть 1 миллидюйм в проеме. В принципе, скажем так, понятно. Машина новая, не крашеная. Сейчас проведем тест на моем втором автомобиле. Это Toyota Carina E. Ну, чтобы вам было видно, это, скажем так, рабочая моя лошадка. Ну, понятно, что в машине уже 20 лет, и она не может быть не крашеная. Значит, проверяем. О, 12 миллидюймов. Вот, ребята, вам смотрите, разница.